друга Дениса убили. Вот. Вот послушайте, мужики. Ты чё, такой траурный момент будешь на гитаре играть? Ну давай чем-то лирическое. Нет? Передумал? Молодец. Блин. Кто-то убежал. Тихо! 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 Бляха, кровосос! Кровосос! Отвали! Отвали! Бляха! Сюда иди! Сюда иди! Ты где? Бах, собаку! Бах, там что-то еще! Бах, еще! Ты дал просто. Жесть. Да стоп! Я за тебя за километр за тобой стоял. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы с вами продолжаем проходить Сталкер Тень Чернобыля. Итак, мы отдохнули вот до костерка. Вот. Напоминаю, что у нас тут друга нашего. Друга Дениса убили. Вот. Вот послушайте, мужики. Ты чё, такой траурный момент будешь на гитаре играть? Ну давай чем-то лирическое. Нет? Передумал? Молодец. Так, у нас есть дело, у нас есть задание, короче, нужно пробраться. О, да. Смотри, он прям как чувствует, да, лирическое заиграл. Так, нужно убить вот этого чувака, короче, военнослужащего. Он находится на территории, почти рядом с территорией, короче, не агропрома. Как мы знаем, там у нас обычно толпы, короче, солдафонов. Вот, так что возможно, что нас ждет с вами жесткая битва. Возможно, жесткая, возможно, нет, но какая-то битва будет ждать вас. Так, здесь у нас лагерь, но я не знаю, буду ли я его проходить, потому что лагеря они что-то достали уже. Вот, так. Шкафчики, короче, с тайниками мы, короче, заберем. Вот. Тайнички мы с вами заберем. Окей. Так, нам сюда. Нам в эту сторону, нам по эту душу, нам по эту сторону. Нам сюда по эту дорогу. Так что отправляемся. Сохрани. Там вроде, короче, возле не агропрома у нас есть, короче, тайник, по-моему, какой-то свой. Поэтому я хочу тоже еще к нему обратиться, так сказать. Вот. И посмотреть, что у нас там лежит. Возможно, какое-то шматье я заберу, чтобы перенести все в бар 100 рентген. Потому что, в принципе, это наша сейчас основная точка дислокации. Мы там часто бываем. Вот. Поэтому так. Окей. Военнослужащие. Ага, все выбрано. Все отлично. Идем. Все, топаем, идем. Так, мы же можем бегать. У нас же теперь охереть, какая выносливость. Не забываем об этом. Не забываем об этом. Так. В комментах вы, короче, написали, что... Ну, все мне пишите про X18 лабораторию. Типа, там будет очень быстро. О-о-о! Типа там будет очень жутко, очень страшно, короче, типа такой небольшой хоррор получится. Ладно, пускай бежит. Вот. Такое я люблю, да. Такое я люблю, и уже с каждым вашим комментом у меня все больше и больше появляется желание посетить эту лабораторию. Если вы также любите, и вам нравится что-то мистическое, что-то загадочное, что-то ужасное, ставьте лайки. Ставьте лайки. Ставьте лайки, и все будет. Окей. Так. Он находится, короче, не на самой, я так понял, не. Вот. Он находится за пределами немного ее. Поэтому так, смотри, какой-то тут артефакт.
Мне еще ломать мясо нужен. Мы глаз, короче, плоти нашли. Мне нужно ломать мясо. Это что я взял? Это по-любому не ломать мясо. Это медуза. Окей. Тоже неплохо. Там еще он какой-то. Тоже, наверное, медуза, похоже, да? Ну, пойдем возьмем. Для продажи пригодится. Так, 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 стопэ. Стопэ, стопэ. Что за дичь? Что это сейчас было? Так, еще один артефакт какой-то. То же самое, да? Так, ладно. Тут какая-то дичь происходит. Гляди. Да, как раз я на той территории. Надо, короче, посмотреть. Тайнички сходить, проверить. А наш тайник, по-моему, находится у той. Ну, короче, на обратном пути мы зайдем, посмотрим. Короче, где-то происходит жесткая бойня с мутантами, я так понял. Так, в этом здании, окей, в этом здании. Надо как-то зайти туда. На удивление, здесь как-то тихо. Бандитан лежит, опа. С кем это они там? Собаками. Так, неплохо. Вроде гавкают собаки, наверное, с собаками они там воюют, короче. Так, это наш. Своячок. Это зверо. Так, стопэ. Какое-то здесь у нас какой-то тайник есть. Там что-то было про шкафчик. Опа. Опа. Уберу. Было что-то про шкафчик написано. Вроде как. Б. Я думаю, наверное, надо взять ружье. Угу. Вот они, шкафчики. Хорошечно. Опа. Вот тайник. Ага. Комбинезон наемника. Хорошо. Его, наверное, выбросим, потому что... Потому что... Ну, сами видите. Выбросить. Выброшу. Хотел на меня надеться. Короче, выброшу я, потому что, чтобы не мешало. Чтобы не сбивало и не мешало. Твою мать, ты откуда здесь взялся? Мадотрахер. Так, кто там? Кто-то пробежал, да, такой? Либо это был человек, либо это был не человек. Хорошо. Так, пусто, никого. Тишина вроде. Кто-то убежал. Тихо! 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 Бляха, кровосос! Кровосос! Отвали! Отвали! Бляха! Сюда иди! Сюда иди! Ты где? Бляха! А чё ты один патрон запустил? Да убей ты его! Фу.
Это, конечно, было сейчас жестко. Твою мать, он с кровососом здесь. Откуда здесь кровососы-то взялись? Что-то расплодилось вообще. Жесть этих тварей. Фу. Так, в мусорном ящике, да? Опа, смотри, слизь. Кровотечение 133, но нет. Слизняк. Хорошо. Так. Все собрали? Рюкзак трубочиста. Мы туда не пойдем. Мы так будем туда-сюда бегать, короче. На обратном пути, если что. Так, я вижу там кого-то. Ага. Плохой, плохиш. У меня для тебя есть подарочек. Давай. Давай, давай. Патл, он за кустами сидит. Так, где-то отсюда стреляет. О. Все. Все. Закопал. Молодец. Так держать. Ёпта. В смысле? Или я вот этого убил, наверное. Нихера себе. Так, ладно. Идем дальше. Слышишь, да? Опять кровососы? Что-то их тут развелось, жесть. Собаки вон. Что здесь мутантов вообще дичь стало. Сюда бежит, падла, да? Нет, не сюда. Потому что она меня чует и все-таки все равно суды прибежит ко мне. Так, погоди, опа. Это кто? Вояка. Погоди. Собака где-то здесь рядом. Откуда столько здесь? Прям чуешь, да? Прям чуешь? Откуда их здесь столько? Кушать подано. Ну куда побежали? Я говорю, кушать подано. Так, так я патроны, короче, потрачу очень сильно. Бах, собаку. Бах, там что-то еще. Бах, еще. Ты дал просто. Жесть. Так, хорошо, ладно. Какое-то болото. Че вообще дичь какая-то происходит? Опа. Что тут устроила, свинья? Так. Там, наверное... Слышишь, да? Тут, наверное, радиация. Угу. Так, и есть. Так, погоди, у меня есть что? У меня одето что-то для от радиации. Так, пулестойкость, ага, вспышка, выносливость, здоровье, кровотечение, удар. Так, а от радиации-то что есть? А, радиация минус 30, да. А, нет, да, я не могу. Так, тогда стойкость нет, выносливость нет. Чем мы там хотели? Удар. Так. Вот так. Вот и... высокий уровень радиации. Нихрена себе постоял. Нихера себе постоял. Радиэйшн сразу. Тут как тут, мать его. Ладно, теперь у меня есть защита. У меня в кармане алмазик. Фига такой забрался, ты смотри, да? В радиоактивную зону какую-то. Бляха, а радиация-то... высокий уровень радиации. Нельзя так. Эй, чувак, ты чё, вообще больной?
Что делать? Что делать? Где? Зона проклятая. Твари. Все дыры нами затыкают. Внутри? Домой хочу. Домой. Не стреляйте, пожалуйста. Не стреляй, братишка. Что делаешь? Прячусь тут, мне проблем не надо. От кого прячешься? Я из разведотряда. Нас в катакомбы послали, чтобы посмотреть, что там творится над базой. Там полная жопа. Я один убежал. Остальные, наверное, уже не жильцы. Но возвращаться на базу я не хочу. Нам вечно все дыры в этой проклятой зоне затыкают. Чёртовы ублюдки. Катакомбы? Подземные туннели. Они ведут снизу его территорию. Я покажу тебе, где входы. Карты... А, карт самих катакомб у меня нет. Ты знаешь, где в ней Агропром хранятся документы. Так я же их уже взял. В штабе? Он на третьем этаже института. Там же эти чертовы бумажки. Но туда еще добраться надо. Днем территория патрулируется полностью, ночью патрулей меньше. Если хочешь на базу пролезть, то сразу скажу. Через ворота не пройдешь. Сам реальный путь через катакомбы. Что дальше делать собираешься? Не знаю. По военным законам я дезертир, а убираться из зоны как-то нужно. Когда мы сюда пришли, тут в гараже Запорожец стоял, почти на ходу. И его к жизни вернул за полчаса, а капитан, собака, его себе забрал. Мол, ему по уставу положено. По дороге что-то тут рядом катался и у ворот под дождь бросил. Вот бы спирить этот Запорожец на колесах, убегать надежней. А, не новое, старое. Тут говорят, когда-то главная база стрелка располагалась. Интересно мне, может, какие следы от этого времени найти можно, если поискать как следует. Так. Не стреляйте! Пожалуйста! Рядовой Воронцов. Рядовой Воронцов. Вы дезертир, однако. И... Не стреляйте! Пожалуйста! Мое прощение, но мне нужно вас убить. Я тебя не знаю! Сори. Эх, сори. Так, окей. Журнал. Так. Так, Куртона. Окей. Все данные, которые он мне сказал, нам уже не нужны, потому что мы уже все это выполнили. Так, теперь нам нужно отправиться, вернуться за наградой. Я думаю, сейчас здесь еще порыскаю. Потому что я вижу вон там что-то. Вот здесь. Хорошо. Почему-то я думал, короче, знаешь что? Я думал... Ооо, нихера! И я, короче, думал это. Он там бормочет, он... я думал, он в зомби превратился, короче. Дойду, дойду. Я дойду, нифига, радиация просто шпарит. У меня яйца сгорели. Яйца превратились в крутую. Жесть. Теперь надо как раненый пес яйца зализывать. Так, окей. И аптечку. Так, ну что, здесь мы все закончили. Здесь мы все закончили, теперь надо возвращаться, получается, нам возвращаться обратно. Я думаю, так, наш тайник находится где-то здесь. Опа, еще какой-то тайник, рюкзак пьяницы. Окей, идем, короче, вот сюда. Это что такое? Что за точки? А, это отмечены точки в катакомбы. Так, погоди, в какой этой штуке наша... А, вот здесь, наверное, да? Потому что мы, помню, вот здесь вылезли. Катакомба, катакомба. Да. Идем обратно. Сколько здесь этой радиации-то? Вот заперся-то, да? Да что такое-то? В чем проблема-то? Почему виснем?
Так. Окей. Это здесь, короче. Так, это заберу. Где-то здесь у нас наша нычка была. Помните, да? Или все-таки не у этого места? Или все-таки у того здания? Или просто я не с другой, не с той стороны? Так, погоди. Мать твою. Здесь тоже. Ну, заныкал, да, куда-то? Ну, заныкал-то. Да в смысле? Да стоп! Я за тебя за километр за тобой стоял. Допустим. В смысле? А как этот ящик или что там взять, короче? Интересно, девки пляшут. Да какая нахер радиация? Ты чё, упал? Так, погоди. Удар, наверное, я так полагаю, это у нас... Спасает вот от этой штуки всякой. Так, заберу. Забрал? Забрал. Дал как просто на ходу. Опа, погоди. А здесь-то я пропустил он что-то. За стеной, да? Окей. В вагоне. Да? С той стороны, наверное. Тут же заперто. В смысле? Не открыть? Погоди, а что, наверху? На вагоне? Как мне подняться? Отсюда я не допрыгну. Или на путях где-то. А, во! Понимать. 10 водки. Алкоголик, да? А, ну да, он уже называется рюкзак-алкоголик. Так. У меня уже целый ящик, короче, водяры с собой, прикинь. Блёха, я перегружен? Нифига себе. Ну ладно, допустим. Как вот эту штуку разгадать? Так, погоди, но здесь точно нет. Да бляха! Да стоп! Да погоди ты! Бляха, выдохся что ли? Что тебе? Даже не прыгнул. А где? Хер с ним. Хер с ним. Так, я хочу свой. Свой тайник, короче, найти. Я не помню, честно. Так, ты кто? Славон.
Леха! Да в смысле? Что за дичь-то? Да что вы такие не... Не дохните-то ни хера. Минус. Одна. И у меня два патрона. Бляха! Бляха! Сюда иди. У меня есть... Вот такая вот. На. 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 Собака. Хвостов даже не оставила. Псс, собаки. Ну, собаки, а. Так. Не, по-моему, где-то вот, вот... Что ты будешь делать? Опять что за фигня? Эй, слушай. Прекращай это дело. Так. По-моему, где-то, блин... Да. Окрик. По-моему, да. По-моему, вот этот окрик, я еще помню, за него я прятал. Твою мать, кто? Пошла. Всуньтесь. Обе две. Хвостов даже не оставляют, уроды. Уроды. Так, отлично. А где мой? Вот. Так, здесь у нас, короче, автомат. Но абакан. Короче... Я его брать не буду, наверное. Нафиг он нужен, да? Я заберу, короче, вот это. Так, водяра. Ну ладно, не буду. У меня водяры и так хватает. Я заберу вот это. О, заберу вот это. Это очень-очень хорошая штука. Очень-очень пригодится. Так, тушенку. Хлеб. Гранаты. А патроны для пистолета и водяру, короче, я оставляю здесь, потому что нафиг она надо. Я слишком перегружен, мать его. Чем? Водярой? Так, тогда мы поступаем так. Мы... А, я могу вот. Я же набрал тут... В смысле, уйди. Я же набрал тут патроны для пистолета. Мы их скидываем, короче, потому что они нафиг просто не нужны. Я все равно перегружен. Что мы тогда скинем еще? Скину-ка я, наверное, вот эти вот патроны. Нет, вот эти патроны я заберу. Так. Что еще? Что еще? Что еще? Леха. Ох, вот это да, вот это, блин, запара. Так, артефакты я по-любому оставляю, короче, бинты я оставляю. Давай-ка нафиг тогда вот эту вот штуку мы здесь оставим. Какие-то. Блин, 20 штук, прикинь. Чтоб тебя... Почему так сложно с этим вмещением-то? О, все. Ну и хрен с этой тушенкой, да? Нафиг. Так, окей. А у нас время-то поджимает, наверное, да? Нам нужно возвращаться. Что у нас там по времени? Нам нужно возвращаться. Так, уничтожение лагеря, уничтожение лагеря. Военнослужащие. Так, у нас один день. Успеем или нет дойти? Или ен то это все зря. Так, здесь хвостов нет, да я проверял. Хорошо, бежим.
почему-то я думал, блин, ну, не ожидал я здесь встретить, короче, мутантов. Я больше думал, здесь будут, ну, военные. Не думал, что здесь будут мутанты. Это все-таки это база этих солдафонов. Ну, придется так пешочком идти. Либо я перегружен. Ну так-то, в принципе, да, я думаю. Тут мы почти прошли, осталось нам свалку пройти. И все. Кто там? Собаки. Немножко пробежаться можно. Вот так, до серединки. Пока я иду, короче, она восстанавливается. Это, наверное, действие артефакта так. Восстанавливает выносливость. Ну, такими маленькими перебежечками, в принципе, можно. Чтобы немного ускорить, короче, процесс. Так, ладно. Одна локация есть. Осталось, короче, пройти свалку. Оп, я еще и проголодался. Отличненько. Батона у меня целая, просто, мать его, куча. Поэтому пожру батона просто. Просто, прикинь, две буханки батона, короче. Два батона, короче, зафигачил. Эх, жопа толстая будет у тебя скоро, меченый. От батона-то. От фотки с батоном. Чужой. Блях, опять эти вояки. Не понял, тут лежал, короче, или он сидел? Такой вскочил просто. Это, блёха, вот патроны летят-то. Не есть, хорошо. Так, ладно. Мне, в принципе, стрелка показывает вообще в другое место идти. Да что происходит? Готов. И там, смотри, отстреливаются. Ну там их всего, наверное, двое, да, наверное, двое. Справитесь, я думаю. Да, я думаю, справится. Бляха, три патрона. Ладно. Три патрона я сейчас истрачу, короче. Остался только пекаль. Ира. Ну-ка. Ща мы их. Ладно, все. Хорош. Так все потратил. С одним-то вы там справитесь, я думаю, да? Это что? А. В принципе, мы даже сделали, можно сказать, не только одно задание. Мы нашли еще глаз. Псевдоплоти. Это уже как задание, да, можно сказать, выполнили. Нам никуда не надо будет идти, только тут награду забрать. Ну, сначала взять задание и сразу получить награду за него. Ну, вот. Убили военнослужащего. Дезертира. Ну и так хорошенько потратился. Скажу я вам. Ну ладно, а патроны я у бармена куплю. Они вроде как периодически появляются. Я куплю. Кто? Кто? Свиньи.
Бляха, у меня пистолет, короче, наверное, мощнее, чем вот эта двухстволка. Видел, как она рубит? Так, ладно. Опусти оружие. Все, опустил. Тут кто-то дружбан какой-то, смотрю, у меня сидит здесь. Здорово. Петя, опустил. Ну вот, значит. Идет молодой сталкер по зоне. Вдруг озеро, которого на карте нет. Он туда-сюда, а потом смотрит, какой-то мужик неподалеку маячит. Ну, молодой к нему и спрашивает: уважаемый, как бы мне это озеро-то обойти? Тот отвечает: пошли, мне по дороге покажу. Ну, идут, идут, а молодой спрашивает: вы, наверное, каждый кустик тут знаете, раз без оружия ходить не боитесь. Мужик смеется: кого тут, говорит, бояться-то? Ну, монстров там всяких, зомби, контролеров. Мужик подумал, подумал, да и говорит: ладно, монстры, шмонстры, это понятно. Зомби еще туда-сюда. Но нас-то, контролера, чего бояться-то? Кстати, он говорит контролеров. Мы видели только одного контролера, и мне что-то не понравилось, как бы, с ним встреча. Вот. Он говорит: нас, значит, их много. Он, значит, не один. Это вообще дичь. Это жестко. Прикинь, с кучей контролеров встретиться. Это будет вообще атас. Просто атас. Ну все, можно сказать, мы на месте. Осталось только... вон, наши веселики висят. Каждый раз я проверяю этот труп, и ничего в нем не появляется нового. Может, когда-нибудь, возможно. Собаки, кстати, пропали. По заданию выполнил, все, они здесь больше не регенерируются, да? Я думал, чё это чевка не. О, нифига, их там повыскакивала, думал, одна. Собаки. Просто скашиваем, скашиваем собак. Куда побежала шавка? Ну иди сюда. Все, убил. Нихера себе просто, да? Да что за дичь-то? Опять какие-то обновления, что ли, у меня пошли эти, блин, винты? Опусти оружие. А все, я понял. Опусти оружие. А ты чё? И такое лицо, как будто не при делах. Кто это тут натворил? Что это, скажи мне? Что это за светящийся светлячок? Что это за молочко? Э? Проходи, не задерживайся. Сразу такой: проходи, не задерживайся. А вот пока ты мне не объяснишь, что это такое. Смотри, я за тобой слежу, сержант Киценко. Иди своей дорогой, сталкер. Бегу. Иди своей дорогой, сталкер. Бегу. Иди своей дорогой, бегу уже. Сейчас посмешнее, нет ничего. Так, окей, бар. Все, мы пришли. Выполнили задание. Очередное. Очумели, очумели летние дожди. Проходи, не задерживайся. Так, это у нас бармен, да, бармен, бармен, иди сюда. Я это задание.
задание пришло. Может бармен. Пригодится. Ну что, так, так, время идет, а ты не меняешься, все такой же нелюдимый. Садись, выпей, может, подобреешь чуток. Так, и я тут по поводу задания. Слизняк, гравий. Мне нужна работа. Так, глаз плоти. Я берусь. Так, по поводу задания. Окей, глаз плоти, 500 рублей. Радость туриста какая-то. Радость туриста, радость туриста. Что за радость туриста? А, радость туриста, это, по-моему, это, да? Водяра. Мне водка все, блин, снабжает. Так, ладно. Ой, хреновая водка была. Так, что мы сейчас посмотрим и продадим? Так, это мое. Это я тебе не отдам. Не это что у нас? Грави. Это я у тебя сейчас, ты да? Меня уважаешь? Разрыв. Грави мне не нужен. Крышу срывает от жадности. Так, это ты что, медуза? Медуза мне тоже не нужна. Забери ее, пожалуйста. Так, хотят, мамины бусы, пулестойкость. Ага, каменный цветок это заберешь. А, смотри, у меня вон 4 штуки есть. Вот так. Один я себе оставляю. Вот так, хорошо. Ой, так, еще вот такая штука есть у меня. Электрошок один. Угу. На сколько? На 16 косарей, ты прикинь. На 16 косарей. Охереть. Торговать. Окей, торгую, забираю у тебя патроны. Вот. Неужто завязывать пора? Забираю у тебя вот эти патроны еще. И, наверное, все, да? Да, и, наверное, все. Вот так. Так, хорошо. Подходи, сталкер. Для таких, как а, ты, теперь здесь, теперь здесь, интересное. Теперь здесь. Здесь мы. Так, 240 патронов. Давай, наверное, оставляем 240, потому что, блин, быстро, очень быстро пропадает. Кончаются не патроны тормози, у нас. Так, 3-4. Дожди. Что я здесь выложу? Я здесь выложу. Так, 5. Ага. 5. 30 патронов. Нормально. Подходи, оставляю. Таких, не, погоди. Десяточка. Десяточка таких. Видать, судьба. И все, да? У меня больше других нет. Тогда, раз других у меня нет, я беру, короче, двадцаточку вот таких и десяточку таких. Моя информация. Так, может тебе это пятерка. Пятерка. Ты меня уважаешь? Пятерка. Пятерка. Бинтов у меня целая. Лучше пятерка. Пятерка. Так, водяры мне столько тоже не надо. Пятерка. Ну и все. Я готов к следующему, можно сказать, заданию. А колбасу и батоны на еще хреновые старые делать. Нормально. Нормально. Я батонами питаюсь, значит, все хорошо. Так. Вот. На этом, наверное, закончим. Вот. В следующей серии мы продолжим выполнять задания у бармена. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, в ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.